Дарк Ванила и Лейс Бургер Барбекю. Лучшая еда от Блэк Стар и Лейс и Пепси. Мы сегодня я, мистер Дрон, и сегодня мы пробуем очередное дерьмо, на которое мы спустили 200 рублей. 200. Да, вот 1 рубль. Да, это стоит 102, это 99. Тимати Рули. Ну, короче, вам начало рекламу, вы поняли, наверное, то, что вот это вот полное дерьмо. Да, мы это уже попробуем. Отлично! Ай! Вот это обычная попсикола с маленьким прикусом ванили. И все. Больше там нету ровно ничего там. Ничего. Теперь давайте откроем вот. Ай! По глазу себе врезал. Вот это вот произведение искусства от Лейс. В чем ходит Миша? Раз, два, три. Крабом пахнет. Не, понюхай. Оператор, понюхай. Это обычный крабовый чипс. Не, реально крабом пахнет. Нет, это шашлыком как-то. Ой, шашлык. Да, я тоже хочу верить, Вася. Давай, я. Главное, мой это удобный шашлык. Нет, нет, нет. Потом каждого заснишь, хорошо. Нет, нет, это вот не так. Шашлык. Помнишь, с бараниной продавались такие? Нет, что-то типа лосенька вот такой. Нет, с бараниной типа. Ну, эти чипсы реально отличаются от всех, они похожи больше на ту пицца. Что-то подобное, ну, есть похоже. Ну, а теперь, сниму мнение вот их. Я же говорил, что я сало. Говори мнение. А что такое ЛС-пицца? Это тук-пицца. Ну ладно. Ну и в общем. И в общем моя, это реакция. Короче, это просто чипсы, которые с бараниной жареной. Все. Тут больше ничего нет. Ну и на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Узнавайте про говноклипы. Ну и на этом все. Всем удачи, всем пока. До свидания, до свидания, до свидания. Реально мощная пятерочка.